CASGBC – это казахстанское объединение, подразделение Всемирного Зеленого Совета. Мы с ними тесно сотрудничаем в области разработки национальной программы сертификации зеленых зданий. Имеется 10 критериев, которые охватывают различные аспекты строительства, зеленого строительства. И в том числе мы решаем и региональные задачи, которые стоят перед нашей республикой. Поскольку у нас имеется ряд климатических зон, у нас имеется региональный приоритет в виде сейсмической опасности, у нас имеются региональные проблемы, связанные с количеством и с качеством питьевой воды, в особенности на западе Казахстана. И в этом контексте мы стремимся разработать комплексный подход по проектированию зданий такого рода, по обучению местных специалистов для того, чтобы мы могли обеспечить трансфер технологий. То есть, вбирая в себя лучшие международные практики, адаптируя их к нашим реалиям, в том числе и к компетенции наших специалистов, с тем, чтобы мы могли обеспечить энергетическую, промышленную и пищевую безопасность для нашей страны.